Доброго здоровечка, поважанные глядачи моего YouTube канала «Желтая пресса деревенский». Сегодня мы заедем в такую бывалую местину, весочку, называется Порог. Она, вот эта деревня, если честно, с таким, с историческим таким прошлым. То есть здесь можно много что-то узнать про эту деревню, кому интересно. Вот такой небольшой, как можно сказать, даже хуторок. Хуторок Барок. Корм. Пожалуйста, Барок. При въезде в деревню мы бачим дворы Басгауцы. Басгауцы. В 1499 году было основано тут какое-то поселение, значит, дворы были, да? Далее мы бачим асфальтированную улицу, подъезд. Бачится довольно такая немалая вёска. Тебе напишут, ты говори размовляй, либо на белорусском, либо говори на русском. Я тут всё вместе. Ну да, дворов тут богато. Вот тут некий камень, давай сутынемся. Как бачится указатель, 300 метров находился поселок Красновка. Проезжаем речку Ужанка. Правда, тут от той речки, как бы сами понимаете, одно название. Кажется, дождик начинается. Ну, бачите, на той стороне тоже валуны лежат. Интересные, да? Надо выходить. Сегодня на улице великий ветер, а лес вас можно прочитать. Порог. Вёса в Середняковском сельском сельсовете Слуцкого района Минской области на Эрлакне речка. Центр колгаса имени Будённого. За 20 километров на Поводнёво Слуцка 125 от Минску, 3 от чугуночной станции Середняки, 504 железной дороги. Дворов тут 140 дворов, это было в 1970 году. Млын, пильня. Советская мастерня, мастерня для ремонта хтей, почтовый клуб, библиотека, отдел сувязи, магазин. Вот, бачите, как-то так. История такая вырисовывается в этой деревне. Ну и пройти чуть-чуть вправо, мы бачим еще один валун таки. Интересное растение, видите, как цветок растет, как кактус такой, деревенский кактус. В 1929 году на территории вёски Барок были утворены сельскохозяйственные арцели Прогресс, Волгин Барок и Будённово, другие Бусловцы. Ну, бачите, какая история. Цікаво, цікаво. Угу. Как бачим, есть вот автобусная остановка, значит, автобусы ходят. И тут у нас вот церковь Симона сохранилась. В эти годы еще стоит довольно-то добротная. Как бачим, это церква преподобного Симона
Столпника, заснована 7 липня 1912 года. Історична назва села Буславці, двори Баславці, у 1999 році у грамоті Великого князя Литовського Олександра узгадується як один з буйніших населених пунктів Слуцького князства. Вот так. Бачите? Така вам екскурсія. Это, я так понимаю, магазин. Вот здесь, кстати, для информации, продажа или сдача в аренду вот это вот помещение, здание довольно-таки большое. Тут валунов наложили, бачим, тоже буду историю писать. Интересно, дай бог здоровья тому человеку, кто зарабил это такую вёсце. Ну, здесь мы видим описание церквей. Прихоть Минской епархии 1875, когда было построено. Много информации. Газета «Белорусская вёса» от 1 мая 1929 будинок церкви. Как-то так. Как бачим, на этом месте до 1931 года находится церква преподобного Симона Стопника. Вот так. Как-то она сейчас находится вон там. Коровка. Надо рассказать что-нибудь про домик. Это какого он года хоть этот домик? Я пришла сюда замуж, долго он стоял. Стоял, да? Да. Участок земли сколько тут примерно? 25. 25 соток. Было 40, а теперь не дают 40. Свет есть тут, да? Есть, и свет тут. И газ есть, и... Понятно. Сколько грошей за его? А хрен его знает. Как вас бабушка величает? Вера Ивановна. Вера Ивановна сказала Джулисе, что Бог его знает, сколько за его. Так что надо узнать цену. Пойдем видеообзор вам сделаем в такой доме. Ветер сегодня. Бабушке Вере ноги трохи больные, так она. Особо ходить там тяжко. Такий вот домик бабушка Вера на продажу выставила. Денег мы узнаем, сколько денег. В любом случае, чего-то ж начнем торговаться. То есть, конечно, да, тут не пробраться. Колючки. Два здания таких. Тяжело оператору, особенно. Ну тут, как видим, сарай этот под снос. Крыша еще была, видите, дранкой накрыта. Потом шифер наверх. Участок заросший. Ну, можно разработать. Там вижу, банька стоит, вот эта вот банька. 100% труба, двери, банька сложена. Это сеновал такой. Кстати, интересный домик. Интересный домик. Так, тут я не знаю, тут можно зайти? Можно. Опа. Тут получается кладовочка такая. Сарай.
Да, это трехстенник сарай, то есть оно дальше туда вот так пошло, пристроено. А это уже будет вот само дерево, это дом. Дом. Такой домик. Так, сарай посмотрели. Можно скотину ставить, додержать, да? Так, идем далее. Что тут у нас? Дом сам закрыт, там ключ бабушка не взяла. Сказала, кому внутри интересно, покажет еще. Пишите, это будет вторая часть видеочерки. Здесь что-то такое интересное. Лежанка такая, можно. Сеновал, летний сеновал. Над погребом. Так. Деревню я вам трохи экскурсию провел по деревне. Особо не увидишь через окно. Ну, фундамента, как видим, ну, основного такого на земле, можно сказать, стоит. 69 номер. Электричество есть. Колодец здесь вот есть. Вода, колодец, газ привозной. Такой домик. Кругом, как видим, мы поле тут. Вот еще один стоит. Никому не нужен. С этой стороны так он смотрится. Хозяина этого нету, племянник. Это бабушка нам сегодня вызвонила. Приедьте посмотреть, сколько денег. Сейчас узнаем. Крыша, конек набит, я думаю, он не течет вверху. Да, конечно, эти пристройки все здесь обкашивают надо. Цену сейчас узнаем. Кого-то ж цену узнаем, правильно? Так что вот такой деревня Барок Слуцкого района. Все, всем спасибо. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, дизлайки. Пишите комментарии любые, принимаем. Также, кто домики продает свои, можем делать видеообзор вашего дома. То есть люди смотрят наш канал. Кто хочет купить, тоже оставайтесь с нами. Все, всем спасибо. До скорых встреч.